Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Так, 13-й день. Драконьи коряги мы забрали. Так. Драконьи коряги. Так, что у нас тут? Понятно, тусклый янтарь. Так, лети. Ага, чуть-чуть не хватает древесины. Нужно 250. Ну вот, в принципе, и хватает. Пускай летит. Так, ну что вы мне тут, буржуйчики, притащили? Ну, давай посмотрим. Ага. Но тут дадут руны, только дадут где меньше всего. Да ладно. Циновку дали вот эту вот. Окей. Так, отправляем в приключение, в драконий край, пускай летит. Так, Барсик, у тебя что? Понятно. Ты мне даешь 12 рун. Огромная яма. Лети. Кривоклык. Ага. Ну-ка. Тут одни руны у нас. Понятно. 7 штук. Ну, по минималке дали мне, так скажем. Одна руна в выгоде получилась у нас. Ну, а здесь что, ребят, не крути, наверняка будет тусклый янтарь. Мне лично так кажется. А, нет. 18 рун. 18 рун. Как много. Так, ну что, отправляю в приключение. Все, ребят. Так, Йохан, у тебя там что есть? Отказываемся от этого. Ну, давай возьмем вот это. Вот эта штука мне нужна. 315, стоит ли тратить? И вот это надо, и вот это. Я поменяю, ребят. Я куплю, фиг с ним. Расщедрюсь, так сказать, один раз приобрести что-то. Путнее для нас. Что ты тут уже стоишь, крякаешь? Крякает он мне. Давай свои эти банки, пробирки. Иди дальше там рыскай. Так, ну что, ты будешь у меня или нет? В конце-то концов. Да неужели? Да, друзья мои. Титан, песня смерти. То есть дальше мы можем его спокойно прокачивать. Прокачивать, пускай летит. Мелкий такой. Из пипиглюк. Так, новая способность у него. То есть он дерево будет добывать, да, получается? Слушай, а сколько нам надо? Ой, 4500. 4500. Офигеть ценник, конечно. Офигеть ценник. 3800. Ну что я его? За древесин, ребят, отправляю. А что с ним еще делать? Так, этот в ожидании бесплатно. Ну что, Смертушка, опять ты со своей треской, а? Любитель трески. Давай за рыбой вперед. Тоже за рыбой. И ты тоже за рыбой. Все, полетели эти ребятушки добывать нам рыбу. Мрачно шип. Так, с этого мы отправим. Сделаем так. А вот здесь нам не хватает немножечко. Хотя, подожди, у нас здесь вроде бы. Подожди, вот тут. Тут у нас ребята по деревяшкам. Так, крутокрылка. Новая способность. То есть тоже только древесину добывает, да, получается? Угу. Такс, обучить. Да какой обучить? Блин, ну не хватает древесины и все. Не хватает мне древесин, ребят. Я, в принципе, могу сделать. Позволить себе купить
пак древесный, так скажем. 60 железа, спасибо. Так, а мы этого с тобой не проверили, да? Пускай идет. Иди собирай. Да все равно не хватает. Ладно, давай потратимся, фиг с ним. У нас все равно есть с тобой монеты Одина. Древесный пак, покупаем. Да ты посмотри, вот ты посмотри, они специально, что ли, так мало дают? Они как будто вот нарочно, ребята, дают как можно меньше тебе. Давай лети. Все будут у меня на железе. Ну что, ребята, вроде бы здесь пока все. Можно будет приступать к событию. Сейчас только сделаю тут. Ага. Так. 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 И вот так. О, у нас тут еще вот здесь задание. Еще и события. О-ля-ля. Так. Итого у нас получается 4 награды. 30 рун. Так, наковальня и все-все-все. Наковальня и все-все-все. Нет, я отправляю тебя в сокровищницу. Ой. А в сокровищницу не отправить. А в сокровищницу не отправить. А что у нас тут есть? Что мы можем? А мы ничего не можем сделать. Хотя требования для улучшения мы можем... Что я делаю? Отмена. Так, получаем коряги с тобой тогда. Драконьи. И еще 30 рун. Блин, ну придется, наверное, ребят, ставить тогда уже вот здесь. Раз нету места у нас. Лаврык, вот ты... Блин, я не знаю... Сколько тебе можно прокачивать, чтобы ты уже нормально собирал нам дерево, а? Так, у нас еще и коллекционка. Ага, вот. Это за тусклый янтарь. Все, забрали. Ну что, ребята, идем на события. У нас события... Подожди. Злобные вандалы, подожди. И здесь злобные вандалы. Они... Они... В плане два раза злобные вандалы. Че это с ними такое? Два раза, ребята, будут события злобных вандалов. Офигеть можно. Так, а у нас, кстати, мини-босс. Или мы смеемся с тобой? Мини-босс нас поджидает впереди. Ну, давай глянем. Так, живаго, да? Ну, он тут, ребята, один. Мы его сейчас быстренько здесь, как говорится, потреплем. Давай сделаем так. И я думал, что пробьем. Ну ладно, фикси. Так, так, так. Блин, по идее, вот эти вот ребята жесткие. Они же дамагеры у нас получается. Плевун. Так, раз, два. Ну вот это ты зря. Это ты зря тут, парень, делаешь вот это вот. Блин, мне бы не хотелось бы. Ой-ой-ой. Слушай, а у него было, у него, ребят, была возможность нас сейчас просто уничтожить. Ну, возможно, не всех, но была возможность. У него было 4 энергии. Хотя у него, может быть, для суператаки нужно 5 энергий. Я, если честно, точно не помню. Ну, давай посмотрим, что нам здесь выпадет на колесе. Офигеть, смотреть. Рыба да древесина. Это все наше. Ладно, давай вперед, короче. Получается, мы с тобой сейчас будем драться за 700 тусклого янтаря.
Так, два кревета у нас тут. Угу. Но это те самые ребята. Ну, блин, открыл окно, начинается лай собак. Это подобные. Не дадут нормально посидеть, поиграть. А закрываешь окно, душно, ребята. Фух, духота невыносимая. Ну, зашибись, он еще и понизил мне атаку. Давай так сделаем. Пам-пам. Ага. Так, получай укус. И... ну, давай, наверное... давай хернемся и добьем. Нормально. Так, последняя волна. Ну, два одинаковых. Один заморозка. Другой, я не знаю, там... другой тоже очень неприятно бьет. Ну, мы минус один сделали. Ну, что ты там? Так, отхил. Добьешь? Да, добьешь. Нет, не получилось у него. А у нас получилось. Очередное колесо крутанули и забрали прилив сил. О, ну спасибо. Плюс 700 тусклого янтаря. И, друзья мои, у нас опять очередной мини-босс. То есть раз, два, раз, два, три. Получается, у нас где-то на середине мы с тобой встали. И ни туда, и ни сюда. Так, полуматриарх и... ну, наверное, вот с этого надо начинать. Мы его, в принципе, быстро разберем. По стихии он нам подходит. Бамс. Да, он не жилец. Готов, парень. Так, он там копит энергию. Опа. Пожиратель энергии. Ветрокрыло 2. Точнее, ребята, это не ветрокрыло, это шторморез. Почему я их все время путаю? Ветрокрыло это у нас, который замораживает. Так, сюда. Мы хильнуться успеем? Успеваем. Мы хильнулись. Ну все, ему, в принципе, ребят, все. Хана. Хана мандрыга. Блин. На тебе. Ну и что-то нам тут выделишь. Понятно. Выделил нам немножко рыбы. Да, друзья, у нас получается, мы с тобой сейчас вот чисто за 30 рун у нас идет битва. За 30 рун. А вообще, какая здесь, надо будет посмотреть, какая здесь вообще, ребята, награда последняя. Меня просто немножко удивило, что здесь два, ребята, будет события на вандалах. Вот первое событие, потом через сколько там, 2 или 3 дня будет еще одно событие доступно. Но почему именно на злобных вандалов-то? Они же как-то, ну, менялись же раньше, я помню. А сейчас два подряд. Это, конечно, меня немножко удивляет, если честно. Так, здесь обычный бой, да? Без мини-боссов. Ну да, здесь обычный бой. Так, 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 что ты там хочешь? Ага. На тебе в ответочку. Сделаем конфеточку. И... ай-яй-яй. Чуть-чуть ему не хватило пробить. Ну, можно... давай сделаем так, фиг с ним. Сделаем так, здесь понижаем ему защиту. И, наверное, кривоклык добить сможешь? Молодец.
Так, очередное колесо, и здесь нам дают рыбу. Последний, друзья мои, поединок у нас получается. Давай свои 30 рун этих. Так, раз, два, три, 4, 5, ну да. А, 300 коряк. Ребят, я не знаю, стоит ли. Ну, в принципе, событие такое, оно не требует от нас многих, как сказать, ресурсов. Поэтому его можно будет допройти полностью. Вот эта команда, конечно, очень бесява, ребят. Эта команда очень бесявая. Именно вот из-за ветрокрыла. Что мы сделаем? Я, наверное, ничего пока делать не буду, ребят. Нам нужно его в слепоту отправлять. Что мы с тобой и сделали. А теперь можно будет спокойно разбирать. Даже если он сейчас что-то... в пустоту. Просто, ребят, в пустоту пульнул. На тебе. Так, ага. Опять же, ужасное чудовище плюс злобный змеевик. Ну, я начинаю со злобного чудовища, потому что, ребята, у него очень мощная атака. Очень сильная. Если он еще тем более бафнется под усилением атаки. Ну, пол хп за один укус. Такое себе счастье, знаешь ли. А со злобным змеевиком нам вообще просто разбираться. Куда тебе? Отдыхай, иди, парень. Ну-ка, опять рыба. Как ты мне дорог со своей рыбой. Хотя, ребят, на самом деле, даже немножко рыбы, это тоже идет нам в плюс. Так, я хочу глянуть, у меня что-нибудь здесь на прокачку пойдет, нет? Что-нибудь на прокачку у меня пойдет. Хотя громобой. О, ребят, громобой, да, мы улучшили. Какой он там уровень? А, 14, маленький. Маленький всего лишь, 14 уровень. Куда там? В плане. Ужасное чудовище. Поиск. Поиск 30 секунд. Что-то я ни шиша не понял. А, лаварык. Ха-ха. 51 уровень нужен. Так, а костолом дикарь? Не могу. Необходим 24 уровень. А это где у нас? А, вот. Вот этот вот. Ну, окей. Такс, ну что, ребятушки, по-моему, у нас скорожал. А чтобы расширить. А ну-ка дай-ка я гляну. Место в академии. Угу. Фига себе. Не, ну в принципе расширить академию, ребят, тоже бы не помешало бы. Ну 4800, это считай 5000. А я за 5000 смогу открыть себе новую территорию. Секешь? О чем я? Блин, вот этот вот дракон, ребят, ну очень похож на жука. На майского. Я не знаю почему, но он похож. Всех покормил. Блин, сколько вот этих вот, да, сородичей одинаковых здесь. А это кто такой у нас там? А, там туманный смерч у нас еще, я про него и забыл. Его и не видно было, он сидит там в этом бассейне своем. Да, 4500, это первое, ребята, лока, 4500. Тут нехватка по викингам у нас.
Тут у нас, к сожалению, нехватка по викингам. Урчамень. Бронекрыл. А что у нас только за 4700? Подожди-ка, а вот тут вот у нас... Требуется для улучшения. А, это плюс 16 сокровищница. Подожди, улучшить 90. Шторморез. А, это шторморез. А вот вон там-то кто? А, там костоломы, да? Категория костоломов. Может быть, нам улучшить изваяние громобоев? Изваяние острозубов. Слушай, а что я, ребятка, коллекционирую? Давай потихонечку этот. У нас уже слишком дофигища, ребят, этих... Скажи, я скажу. Этих тусклых янтарей я имею право, наверное, все-таки, ребят, хоть немножечко, но... поставить на обмен. Каши не просит, так что пускай потихонечку будет перерабатывать. Я просто не знаю, где посмотреть здесь общее количество нашего тусклого янтаря. Он не показывается тут нигде. Я не знаю, сколько у меня их в наличии. Какой-то обмен тут. Получить доступ. Приближается так. Через 18 часов. Событие какое-то. Неуловимый. Блин, этих еще офигеть сколько нужно. До 30. Но если мы с тобой это соберем как-то хоть в ближайшее время, то вот с этим, конечно, будет проблема. Это нам нужно с тобой на обмен. Вот, смотри, нам надо... Горшки нужны, блин. Кстати, циновка, это хорошо, что она туда выпала. Вот нам нужны будут горшки вот эти вот. А с сумками я так и не понял, ребят. Собирал эти сумки. Это я только сделаю один обмен, ребята. Я получу только один клык. А их нужно 5. То есть мне нужно будет 4 еще обмена делать. Ну это офигеть можно. Неуловимый корабль-крушитель. Вот я могу его обменять, но... Стоит ли? Здесь тоже можно обменять. Но вот эти штуки нам нужны. Так, а что у нас там по заданиям-то было, помнишь? Страхокола в смертельном болоте. Так, выполните вот обмен, видишь? У нас только 2 из 6 выполнено. Получите лаварыгу. Сколько у нас? 88 тысяч. А нам нужно 1,5 миллиона. Начать 1,5 миллиона. А что, это тоже считается, что ли? Может, нам выгоднее лекаря ворчуна отправлять? Ну, его можно еще даже, ребята, прокачать чуть-чуть. Да, наверное, в следующий раз... Я же забуду опять. Забуду я его отправить туда. Ну что, друзья мои, давайте мы тогда с вами на сегодня будем заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.